Так, ну что ж. Итак, всем привет. 25-я серия у нас прохождение игры Ведьмак, часть 3. DLC Кровь и Вино, уровень сложности насмерть. В конце прошлой серии у меня был вылет, после того, как я взял задание на Гротника. Но в этот раз все обошлось. Поэтому мы сейчас... Ого! 45-й уровень. А, ну это мне, в принципе, по зубам, наверное. Кстати, вот это вот уже можно бы выполнять бы, потому что 37 уровень, я что-то его провтыкал. За него теперь очень мало дадут экспы. Но мы пойдем сначала вот это вот, вот сделаем вот. Где-то тут у нас друган в пещере с гротником застрял. Говорит, так близко к городу. Я бы не сказал, что это близко на самом деле. Но, как есть, так и есть. Я здесь пробегал вообще-то. Вот здесь-то я точно был. Так, мне надо вот сюда, наверное, переместиться, да? По идее-то. А оттуда вот рвануть. Так, здесь у нас есть... Здесь у нас есть вот это вот. Быстрый переход. Рванем сюда и посмотрим. Потом, наверное, этот по поводу сафари посмотрим. Да вообще по этим, по квестам надо пробежаться. По дополнительным-то, а то что-то я про них вообще забыл. А деньги там нужны. Опс, нет. Иди сюда. Плотва. Сейчас, кстати, испытаем свой меч в деле, я так понимаю, что там будет какой-нибудь жесткий такой. Гротник. Пошла. Да ладно, ну чё ты, не можешь здесь спуститься, ну чё ты. Ну чё ты, ну... Нет, посмотри, она упорно отказывается здесь спускаться. Давай же, ну... Блин, у меня опять самолеты, ёлки-палки. Как только сажусь записывать, так самолеты начинают летать. Чёрт. Да что ж такое? Еще как летают, ты ё-моё. Над самым домом, можно сказать. Приходится, блин, в такую жару постоянно зачехлять нахрен, а то есть закрывать окно. Что, конечно, очень неприятно, блин. Кабанчик. Слышь, кабанчик! Вот и нет кабанчика. Шкура, клыки. Пригодится. Так, где-то тут, да? Я так понимаю. Блин, у меня ласточки нет. Медитация, срочно медитация. Так вот. А то это может быть неприятно. Так, это что такое? Поговорить. А я думал, тут будет какое-нибудь письмо. Франсуа от Жанетты. Нет, Жакетты. Это же... Ух ты. Ну, давай посмотрим. Так, дрожащий. Так, прошла с тех пор, когда последний раз я видела. Угу. Сто раз дал. Ну, она его, типа, любит. Наверное. Только странную любовью. Послал, блин, монстра убивать. Кошмар.
Так, что там у нас еще? Письмо Жанетте от Франсуа. Жакетте от Франсуа. Ну-ка, дорогая. Достойным я должен сперва доказать самому себе, что могу за... Я понял. Я думал, тут что-то скажут полезное по этому поводу. Так, ну чё, это ты, Франсуа? Да ты, милок, на посту. Что? Вы меня перепугали. Как, говорите, вас зовут? Вы какого герба? Геральт из Риви. Герба какого? Мост. Мое почтение. Франсуа Легов, как я полагаю, меня прислала ваша невеста. Она беспокоится, что вы что-то долго не возвращаетесь. Потому что Гротник — это крайне опасное бестие. К поединку с ней я должен хорошо подготовиться. Подкрепляя силы сном в тенечке. Две недели. Я медлил, это правда, но теперь конец замешательству. Я дал слово чести и чудовище одолею. Конечно. А ты не хочешь случайно, чтобы я тебе помог? Нет. Ну, я не знаю. Я же присягал, что... Что принесешь возлюбленной голову чудовища. Но ты же не присягал, что убьешь его в одиночку. В общем... Правда ваша? Фу. Сражаемся, значит, плечом к плечу. За честь! Да. Ой, да. Так, а где оно, твое-то чудовище? Пошли, пошли. Нечего тут бегать-то тут. Что за гротник такой? Так, вход вижу. Блин, ты что-то быстро бегаешь, дружок. Больно ты резвый для рыцаря в доспехах. Так. Ну, я ему голову оторву. Сначала мы все-таки должны его убить. Странно. Что-то не вижу я этого гротника. Ну да. Так, может, вернемся? Нет его, значит, нет. Что делать? Мы же старались. Не спеши. Осмотримся здесь еще немного. Так, что надо? Отыскать гробника, используя ведьмачье чутье. Проще. Как в теплице. Так, я думаю, нам надо, знаете что, кошечку принять. Потому что я не очень тут вижу. Что тут происходит? Я вообще темных мест боюсь в этой игре. В плане того, что когда ничего не видно, неизвестно откуда на тебя что-нибудь может напасть. О, а теперь хорошо. Что тут у нас еще есть? Так. Кости, череп маленький, темечко не заросло до конца. Младенец. Младенец. Ему было около года. Эть. Какие-то старые бумаги, инструменты. Гротник отобрал их у своих жертв. Младенца сожрал, сука. А это чё? Выбей-ка. До краёв наполненные детскими башмачками. Мы дальше ищем. Ну, мы, конечно, руду соберем сначала, да? Да. И вот эту вот штуку. Ну, я вроде как здесь все обсмотрел, да? Мы пришли вот от этого, а вот там вот еще один выход, как бы, походу. Да?
или нет? Или нет? Так а что я должен искать дальше-то? Да блин, опять самолеты. Да что уж ты будешь делать-то, а? Ага, что-то есть. Нет, не получается. Да, вроде получится. Нет, не получается. А что тут искать? А вот осмотреть. Боровой, еще один. Хорошо. Так, ну что, мне надо это окно закрывать. Сейчас вернемся. Так, ну ладно. Значит, как его приманить-то? А, прочитать. Прочитать, огородники. Ну, а боровом, я так понимаю, мне надо прочитать. Угу. Бестиарий. Боровой, это у меня, по-моему, это реликты. Бес, да, боровой. В бою поможет. Двемеритовая бомба. Масло против реликтов и игни. Ну, не знаю. Так, и что я прочитал про него? Нет, надо именно огородники прочитать, а не о боровом. Хм. Вон огородник. Никто не знает. Так, так, так. Ну, это то же самое. Реликты. Игни. Ну, я прочитал. Теперь что? Использую знать игни, поджечь растения, чтобы выманить. Поджечь вот эти растения, получается. Сейчас, подождите. Двемеритовую бомбу я использовать не буду. Я и так, в принципе, с ним должен справиться. Я уже дрался с одним. Боровым-то. А вот масло против реликтов я, пожалуй, нанесу. Хоть 10%, но все же. Вот эти вот растения, я так понимаю, да? Да. По-моему, он разозлился. Ага, идет. Ох, какой здоровенный дядя. Поговорим. Нифига себе, он еще с архиспорами. Тихо, тихо, тихо. Очень нехорошо. Так, тебя надо все-таки драть. Что?
блин, ёжик. Гоблинский ёжик. Что-то как-то я не вижу, чтобы мне ласточка очень сильно помогала нафиг. Тихо, тихо, тихо. Тихо, 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 тихо. Убьют. Я вообще ни хрена не вижу, блин. Ты ебанчик. Так, ну-ка подожди. Рюкзак. Рюкзак, рюкзак. Давай-ка еще кошечки выпьем. Ну, это хотя бы мне немного здоровье повысит. Да, повысило, блин, сразу же я словил. Ну, наконец-то. Хотя бы эту архиспору я загасил. Возможно, сейчас будет полегче. А может быть и нет. Нет, он еще одну вызвал, сучонок. Я вот здесь вот постою, да? А, нет, не постою. Да блин. Да блинский! Нет, жестко, конечно, но не сложно, нет. Готов. Ну теперь должна архиспора сдохнуть, нет? Не сдохла? Вот оно даже как. То есть ее все равно надо гасить. Вот теперь готово. Жестко, я бы сказал. Клянусь честью, упрямая же скотина была. Я благодарю, ведьмак. Вы весьма мне помогли. Да ладно уж, чё вот спрашивать по дурости. Молодо, глупо, зелено, так что пора. Кажется, самое время тебе вернуться в Баклер, храбрый рыцарь. О, нет, ибо башка этого чудовища слишком мала, чтобы выразить, как сильно я люблю свою избранницу. О, господи, ты чё? Я отправлюсь странствовать по свету. Какое-нибудь другое чудовище в ее честь зарублю. По-хорошему советую, забирай эту башку и заканчивай с этими глупостями. Она волнуется. То, что я хочу прославить имя своей возлюбленной на весь мир, не значит... Послушай меня, сражение с чудовищами — это не гербы, не начищенные доспехи, не млеющие дамы. Это работа. Чертовски опасная и неблагодарная работа, для которой ты не годишься. Найди какой-нибудь другой способ доказать свою отвагу, потому что пока ты доказываешь только глупость.
Выбирайте выражение, мастер-ведьмак. В Тусенте и за меньшее можно получить вызов на утоптанную землю. Но вам сложно отказать в правоте. Еще немного, и я не вышел бы отсюда живым. Пора. Пора возвращаться домой. Так, а где... вот я что хочу знать. Вот, Боровой валяется. Да-да-да-да. И он наверняка что-нибудь есть интересное. Мечик. Кажись, этот мечик у меня уже был такой, да? О, слушай, он такой же. Он такой же, как мой. Да у него к тому же можно усиление сделать. Ну, ёлки-палки. Нет, я все-таки с моим побегаю пока. А этот продам. Так, как мне отсюда выйти? А, вот здесь вот он жил, этот Боровой. Чё ты тут принятал, тварь? Грибочки? Скелетик? У кого-то скелеты в шкафу, а у тебя скелеты в пещере. Так и запишем. Так, вот это вот надо тоже забрать, раз уж мы здесь. О, это переступень, кстати, редкая вещь. Стальной меч баклерского гвардейца. Чуть бы он не пропустил такую вещь классную. Что-то еще есть. Стальной меч баклерского гвардейца. Давайте глянем, что за штука. Ну, он так себе. Правда, стоит не дешево, так я бы сказал. Надо вот это вот все вот продавать. Вот тут хороший меч. Хороший меч, я бы сказал. Очень даже. Но мой интереснее в том плане, что он все-таки дает криты, если зарядится. Теперь бы еще выйти отсюда. Что-то я тут бегал. Я теперь не знаю, где я. Мама. Выпустите меня, у меня клаустрофобия. А вот, мы вышли. Настрадался от людей. Почему я это сказал? Не знаю. Что я точно знаю, что мне надо отдыхать. До рассвета. Окей, ушки. Теперь мне надо рулить обратно. Нас ждет это дело. Чтобы отдать нам девичью честь. Наверное. Ну, по крайней мере, 330 корон она даст. А уж девичью честь... Ой, ладно. Оставим ее ей. Да что ж ты будешь делать? Потва! Какая же ты стала... По-моему, она стала медленнее. Есть у меня такое подозрение, что она стала медленнее. Вот там что-то есть. Ой. Ну, все, хватит. Куда-то я опять хрен поймешь, куда забрался.
А мне, в принципе, сюда и надо. Жопу, ёж! Куда ты прёшь? Куда я про? Я же ищу этот, как его, во-во-во-во-во. Вот это я ищу. Быстрый переход. Так, где она у нас ждет? Она нас ждет вот тут вот. Привет, Кисуль. Ну чё, вернулся твоё? У меня тоже. Франсуа уже вернулся. Через неделю мы играем свадьбу. Завтра мы идем слушать наставления молодым супругам. Послезавтра на примерку платья. Потом смотреть свадебный зал. Я так рада. Мои поздравления. Как говорится, совет вам да любовь. А я вам желаю удачи на ведьмачьем пути. Пожалуйста, вот ваши деньги. Прощайте. Блин, всего-то 160 опыта дали. Что-то маловато. Ладно. Так, где-то тут был лис, хитролис, где нам надо что-то было сделать. Давайте попробуем. Так, задания. Дополнительные задания у меня очень много всяких найти. Вот, вот это вот. Я так понимаю, опытом нам за это не дадут, но хотя бы дадут денег. А я хочу денег. Но я с деньгами... Ну, вообще-то так 12 тысяч, да еще если продать то, что у меня валяется в инвентаре, пятнашку-то я наскребу, на самом деле. Ладно, еще вот одно задание, и тогда сходим. Так, где это вообще? А, ну, мы практически прибыли. Тихо, не туда. Это вниз ведет, а нам надо... наверх. Как-то вот, как-то тут пройти. Здесь нет? Нет, не здесь. Внизу, значит, получается, что ли? Как же так? Хрен вам. Слушай, а как в этот лис-хитролис пробраться? Как же так? Может быть это? А, вот, точно. Вот, друзья, привет. О, ведьмак, приветствую. Что тебе привело? Как идут дела, кстати, да, действительно. Смотрю, ты помирился с братьями. И дела, похоже, процветают. Это да, грех жаловаться. Правду говорю. Мы всю жизнь были соперниками. И поначалу сговориться было непросто. Да чего не коснись. Но куда деваться? Потихоньку оказалось, что вместе у нас все замечательно получается. Так и живем. Рад это слышать. Ха, а все благодаря тебе. Если бы я тебя тогда не встретил, мы бы в жизни не помирились. Спасибо, ведьмак. К твоим услугам. Я бы выпил доброго вина или коньяку. Прошу, прошу, на любой вкус и цвет. О, карты продает. Ну, это нам не надо. Нам надо продать кое-чего, что нам не надо. Вот. Ой. Вот это. Вот это. Где-то тут у меня суфофрукты были. А, 10 секунд вообще-то. Так, смотрим, значит, 10 секунд. Все по 10 секунд. Кстати, я пооставлял. А, вот 5 секунд.
Клубничка, забирай. Яблочко, забирай. Огурец. О, огурцы. Дешево у вас огурцы стоят, у нас они дорого стоят. Сыр оставим. Яйцо нафиг. Мясо сырое. Это что такое? Это пустая. А, нет. Местная перцовка, еда. О, господи. Нет, мы не бухаем. Перец, еда, гадость какая. Паштет оставим. Отборный мед. Оливки. Ну вот как-то так. Что-то другое у тебя покупать не буду. Я хочу знать, как мне добраться до... Счастливо. Да придурка-то, он говорит, что он здесь, якобы. Это вот ты? Правда? У вас тут есть, например, там... А, вон, точно. Можно наверх подняться. Вот оно где. О, тут что-то... Коньяк у вас явно какой-то не очень, раз все блюют. Почему никто ничего не делает? На улице гроза-то какая. В чем дело? А, вы, может, по поводу объявления. Мастер-ведьмастер. Это тебя беспокоит какой-то шум на кладбище? Да-да-да, и похоже, что только меня. Никто другой не потрудился этим заняться. А шум все слышат. Я с этим ходил к княжеской гвардии. Кажется, они ничего не нашли. Да кто их там знает? Может, и вовсе не искали. Так что же мне делать? Самому по кладбищу шляться? Шум повторяется регулярно? Каждую ночь. Я живу рядом и слышу все так громко, словно мне трубу к уху приставили. Хы-хы-рясь! Бля! А потом ёп-дубу-дубу-дубу-дубу-дубу! Вроде как, вы понимаете, медведь по комоду херач. Да, кажется, я тебя понял. А, сколько денег дашь, твою мать. А сколько вы хотели бы? От тебя очень много. What the fuck? 50... Ой, блин. Идет. Да, хорошо. Тут даже торговаться было бесполезно, потому что 69 максимум. Я этим займусь. Жертвы были? Никто недавно не пропадал? Или только шум и все? Ой, по счастью, ни с кем ничего не случилось. А что, думаете, это какое-нибудь чудовище? Может быть, кладбищенская Возможно. Баба. Но с таким же успехом это могут быть... Кладбищенские воры или какой-нибудь бродяга, посмотрим. Уж сам не знаю, что хуже. Чтоб там ни было, займитесь этим, мастер, побыстрее. Пойдем. Сейчас глянем. Личный покой. А! Сиротки, чё? А что это такое? Сиротки Баклер. Меньше стоит, чем вино. А, это так называется район. Понял. Так называется район города. Сиротки. Это что такое? А, выяснить, почему с кладбища доносишь. Так я ж тут был, там эти, блин, воры были кладбищенские. Я их всех порешил. Сохрани. Я помню, я здесь уже гулял в этом кладбище. Шума не слышно, но, пожалуй, стоит осмотреться. Так, используй ведьмачье чутье.
Обследовать кладбище, чтобы найти источник шума. Ежели кто, мол, ты богат, то может и выпить. Нет, нас тут не пустят. О! О! Какие-то следы. И пойдем посмотрим, что за следы, куда ведут. Лет наоборот отсюда. Да нет, как-то вот отсюда. Вытоптанная трава и панталоны. Нет, он имел в виду другие звуки. Ясно. Разрытая могила. Но кладбищенские воры все-таки стараются не шуметь. Ладно, дальше пойдем искать. Нет тут ничего. Открыть, но это нам не надо открывать. О, что-то есть. Бутылки из-под вина, остатки еды. Шумная гулянка? Да нет, вряд ли. Дядь, может, ты скажешь? Конечно, но ничего определенного. Ну да. Нужно вернуться, как стемнеет. Так, вернуться на кладбище ночью. Хорошо, так. Ну вот здесь вот постоим. Ой, посидим вот тут вот. До ночи. Твою мать, опять кто-то долбит. Звук, кажется, идет из катакомб. Кто-то долбит. А что долбят? Может, и нам отсыпят? Так, я думаю, что здесь нам пригодится там кошка. Потому что темно. А я не люблю, когда темно. Почему я все время хочу лес Мерибора принять вместо кошки? Потому что так они вот похожи. Откуда этот шум? Да ты шо, Геральт? Ты ж тут был. Мы же с тобой тут уже бегали. О. О. What the fuck, там действительно что-то кто-то... Как будто медведь по комоду хреначит. Так, это не туда. Да... Странно. На логово кладбищенские бабы тоже не похожи. Луи де Карентен почил в день поминовения святого Беннера. Звук доносился откуда-то оттуда. Довольно свежее. Похороны были недавно. Че, его живьем, что ли, закопали? Нет, это не могут быть кладбищенские воры. Золоченый подсвечник они бы тут не оставили. И. Разбитая посуда, будто кто-то ее швырнул об стену. Ну и? А, вон еще что-то, блин. Здесь покоится Марго де Каренте. Не чудовищный кладбищенских воров, просто небольшой бардак. Может,
Может, это все-таки не здесь? Странно. Ох, отвлекают постоянно. Так, а что же мне делать-то теперь? Мне говорят, выходи. Блин, что-то интересное прям. Кто же это такой? Быть не может, шум явно доносится из этого склепа. Странно. Очень странно. Так, давай все внимательно осматриваем. Что-то здесь не так. Надо подождать развития событий. Вот. Спрятаться и выяснить, где источник шума. Спрятаться, я думаю, вот здесь вот, да? Может, за статуей? Да я знаю, что за статуя, я уже понял. Ты только и знал, что целыми днями играть в эти карты, как краснолюд какой-то. Тьфу! Уж всяко лучше, чем стоять у дверей храма Лебеды и бормотать молитвы с утра до ночи. Неблагодарный! Я за тебя молилась, чтобы ты сбросил с себя ярмо азарта! Вот, видать, и намолила. Услышали боги твои причитания, вот и радуйся, что муж твой помер. А тебя чего? Здесь частная беседа. А можно немножко потише? Соседи жалуются. Какие еще соседи? Тут же все мертвые. Не знаю, кто ты, но ты обязан мне помочь. Не желаю целую вечность лежать рядом с этим безбожником. Убери его из моего склепа! А в чем тут, собственно, дело? Это мой склеп, а эта швабра даже после смерти не отцепится. Так и будет мне плешь проедать. Куда я смотрела, когда за него выходила? Ты даже собственное дитя бы в гвинт проиграл! Неблагодарная ты свинья! Да было-то, сука, всего раз, и то в шутку. Ну сколько раз повторять? А кто все наше имущество на статую Лебеды пожертвовал? Это благая цель. Святость пророка навеки изменила бы этот край азарта и ереси. Откуда мне было знать, что они мошенники? А я не говорил, и всего-то раз 500. Тихо, успокойтесь оба. Так чей это, собственно, склеп? Как это чей? Мой? Фамильный? Склеп де Карентенов? Читать не умеешь? Да, но его выкупили у кредиторов за мое приданное. Так, пока вы тут вдвоем, мира и покоя не будет. Придется одного из вас переселить. Да, убери его! И если уберешь, я скажу, где спрятала его счастливые карты для гвинта. Так и знал, что это ты. Значит, мало того, что выкинешь меня из собственного склепа, так еще моими картами расплатишься. Сейчас меня Кондратий хватит. Да были бы у меня эти карты на турнире в Бельхавене, я бы до сих пор жив был. Все из-за тебя, овца чумная. Из-за тебя меня зарезали. Тебя за долги убили! Нечего меня приплетать! Мужик, ты же не станешь слушать эту старую ханжу? Кажется, я знаю, где она спрятала карты. Сам тебе их отдам. Только убери ее отсюда. Ну и нам решать, да? Мне придется подумать. Ну ладно, одного из них надо перенести. И лег пророк Лебеда,
Да не будешь ты играть на деньги. А потом добавил, не то для меня ничего не останется. Еретик, а ну замолчи. Блин, я даже не знаю кого, они оба такие это. Нет, старая пересница, это я с тобой не буду разговаривать. Давайте ее перенесем куда-нибудь к пророку лебеде. Нет, подожди. Уж если ты на это решился, подыщи мне какое-нибудь приятное место. Мне без разницы, куда отправимся. Отнеси меня к могиле моей матери. Это на старом кладбище, сразу за стенами. Хорошее место, почти у самого озера. И растительность там исключительная. Без проблем. Исключительная? Можно конкретнее? Она находится под раскидистым каштаном. На надгробии начертано имя моей матушки Мишлин Бельрос. Как же я ее не послушала, а ведь она меня так насчет него предупреждала. Ну чё, вынести из склепа урну. Пошли. Как-то очень странно, склеп сразу же за, как бы, с решеткой, да? Так, куда это? Почему у меня два? Личный покой. Я не очень понимаю, почему у меня два. А, получить награду за устранение шума на кладбище, ясно. Гробницу семьи Бакляр. Ща найдем, не волнуйся, бабуся. Наверное, найдем. Если только меня отсюда выпустят. И побежали, и побежали. Об этом месте и говорила Марго. И где могила? Марго говорила, что под каштаном. А где каштан? Ну, я единственное, что вижу, дерево, вот, например, вот такое. А? Это оно? Мишлин Бельрос. Это здесь. Ну, сразу же нашел, смотрите-ка. Все, проехали. Минутца к Луи. Пошли, вернемся к Луи. Скорее всего, конечно, он мне эти карты не даст. Но мне они не нужны. Я в Гвинт не играю. Тихо, 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 тихо. Куда это Геральт такой? Шустро. Хорошая у вас княгиня. Наняла того, кто может справиться. А не ваши эти, блин, рыцари, елки-палки. Которым только по тарелочкам стрелять. Да манекенов рубить. Так, ну чё, дядя Луи. Давай карты. Где оно? Я вынес урну с прахом Марго, как ты хотел. Луи, ты здесь? Да, мог бы догадаться, что он меня надует. Ну, значит, поговорим по-другому. Так, заставит Луи показаться. Как? Умоляю, верни меня на место. Да, я тебе наврал, понятия не имею, где эти карты, но сейчас я что-нибудь придумаю. Погоди чуток. Я
есть. Есть такой оружейник. Трентин. Я его как-то обыграл в гвинт. А поскольку денег у него не было, он пообещал мне отличный меч. Чуть ли не лучший в его коллекции. Я взыскать долг уже не успел. Но ты скажи ему, что тебя прислал Луи де Корентен. Покойный Луи де Корентен. Ну, с этим могут быть проблемы. Но если... если... Вот, Трентин. Он запойный игрок. Жена его заставила лечиться. Гипноз, все такое. А теперь свято верит, что он карт не касается. Если она узнает, что Трентин по-прежнему играет в карты, тогда ему хана. Ха. Спасибо. Ну, меч-то это намного лучше, чем карты. Если только он действительно хороший. Поговорить с оружейником, это где? Я надеюсь все-таки, что меч действительно того стоит. Ну, вряд ли. Это уж точно вряд ли. Так, ёлки-палки, у нас уже серия так долго затянулась, что... Как всегда, вот начнешь что-нибудь выполнять, а потом... Ахаешь, что на 2,5 часа. Чего надо? Шоколада, блин. Нет, меч. А меч. Ты тоже трахнул? Ну, как бы не получилось еще пока, но я надеюсь, что у меня получится. Да, княгиня-то неплохая, неплохая. Так, это она сюда, походу, делала, да, что ли? Или нет? Да, сюда, походу. Лучший меч в коллекции. Сейчас узнаем, насколько он лучший. Лучшая сталь во всем Тусенте. Ты глянь только. Я за мечом от Луи де Карантена. Вот это здорово. Де Карантен на том свете. А ты ему брат или сват, а? Что-то он о тебе не рассказывал. Зато он мне о тебе кое-что рассказал. Например, что ты оторваться не мог от гвинта, пока жена не вырвала тебя из когтей азарта. Такая жена просто сокровище. Вот ведь пидор! Я-то уж думал, меч у меня останется. Повешу его обратно над камином, рослу и отбросил копыта. А теперь вот выбора нет. Да? Я тебе сейчас его продам, наверное, мужик, так что... Меч твой. Уступлю тебе в убыток, но... Не оставляй меня слезы. Дай хоть попробую отыграться. Как насчет партейки на деньги, а? А жена? Не боишься, что... У меня в доме бабы слова не имеют. Да и нет ее. Только что съехала на пару дней. К сестре своей, в Бельхавен. Ну так что, играем? Нет. Нет, спасибо. Мне сейчас неохота. Нет так нет. Я настаивать не буду. Тебе же хуже. Ладно, удачи. Так, огненно-рожденный. Это что за штука такая? Это стальной меч-то, ё-моё. Плюс 5 урона. Серьезно. Пробитие доспех 75. Дополнительный урон прикрытия 50. Шанс вызвать кровотечение. 5 про... Да это хороший меч. Слушайте. Офигенский меч. В плане того, что пробитие доспеха есть и очень хорошее. Шанс вызвать кровотечение есть. Мы сейчас его экипируем, да? И у меня еще где-то тут на кровотечение еще были, по-моему, штучки. Так, получение адреналина, оглушение, пробитие доспеха, сила атаки, горение,
Оглушение, пробитие, отравление, заморозка. Оглушение, отравление. Блин, нету кровотечения вообще. Это жалко. Но мне тут надо кровотечение оставить, потому что 5% есть еще. Поставить, если на 5%, то это будет шикарно. Так, давай посмотрим, может у тебя есть? Вряд ли, конечно, но... А вдруг? Лучшая сталь во всем Тусенте. Покажи. Покажи, что у тебя есть. Есть у тебя на кровотечение мне нужно. Вот, по-моему, вот это на кровотечение. Нет, выбить из равновесия, а это... Вот, 5% вызовут кровотечение. Вот это я понимаю, это мне нравится. Так, это я заберу у тебя. Дорого, конечно. Так. Это я продам. Это я продам. Это, кстати, я тоже продам. И это я тоже тебе продам. Так, ну это ты, конечно же, у меня купишь очень задю... А, я это даже продавать не буду, я это повешу у себя дома. Так, вот пробитие доспеха я тебе, пожалуй, что отдам. Нафиг оно мне нужно. Так, вызвать заморозку. Нет, подожди, здесь у меня 5%. Здесь глушение. Да, заморозку не надо мне вот это вот. Нормально? Нормально. Принесло. Починить. Я, кстати, это тоже починю. Окей. Бывай. Прощай. Нет, до свидания. Так, хороший мечок все-таки. Значит, у него мы сейчас запихнем вот эту вот штуку. Шанс вызвать кровотечение. У меня будет шанс вызвать кровотечение 10%. Это вообще-то хороший шанс будет. Ну и я думаю, что на этом мы завершим серию-то. А, нет, нам надо... награду получить. Сейчас получим награду и завершим. Ну, в принципе, а что там? Награду я, наверное, уже получу между сериями, потому что просто деньги забрать и все. Так что, всем спасибо за просмотр, всем пока.